Открытый турнир по дзюдо в честь Дня защитника Отечества собрал около сотни юных спортсменов из Серпухова, Серпуховского района и Чехова. В этом году турнир юбилейный, 15-й. За схватками на ковре наблюдал наш корреспондент Андрей Иванов. Перед началом соревнований юные спортсмены выходят на традиционное равнение. Юноши и девушки, участники турнира, приветствуют друг друга и почетных гостей, организаторов турнира. Я вас поздравляю с Днем защитника Отечества. Это действительно праздник мужественных, сильных людей, настоящих патриотов России. Тех, кто готов с оружием в руках отстаивать независимость нашей Родины, независимость наших близких, их защищать, как того велит присяга. Наши традиции в городе сохраняются, и это здорово, когда на протяжении многих лет молодежь растет, взрослеет, овладевает какими-то навыками. И очень здорово, когда у ребят появляется любовь к какому-то виду спорта. Около сотни юных спортсменов вышли на ковер, чтобы показать результаты тренировок, технические броски, подсечки и захваты. Мальчишки и девчонки в борьбе не уступают их взрослым наставникам. Пусть и не всегда все получается идеально гладко. Вместе с юношами в соревнованиях принимают активное участие и девушки. София Фадеева в свои 9 лет принимает участие в этом турнире уже в 4-й раз. Девочка показывает на камеру любимый прием и делится своей формулой успеха. Просто не волноваться, что не бояться. Надо настроиться на победу. Турнир по дзюдо на призы спортивно-патриотического клуба «Альтаир» давно стал традиционным. В этом году ему уже 15 лет. Всего в соревнованиях принимает участие около 100 ребят из Серпухова района и Чехова. И каждый из них, без сомнений, в будущем хочет бороться как президент. Андрей Иванов, Александр Поваляев, Ольга Волкова, ОТВ «Серпухов».